Свидетельство присутствия Христа на протяжении всей истории человечества, четвертая часть. Казалось, человек так уже низко пал, так уже далеко он залез. Смерть, ад, грех, не выбраться. Дьявол торжествовал победу. Но последнее слово всегда за Богом. Господь забрал ключи ада и смерти, лишил дьявола власти и властно подверг все силы тьмы позору. Христос воскрес, воистину воскрес. Мир почитает Иисуса Христа как Господа и Бога и ведет это исчисление от Его Рождества. Он единственный, кто был в преисподней вместо нас, воскресил из мертвых и с новым нетленным телом. Доказательство присутствия Христа на протяжении всей истории человечества, четвертая часть. Казалось, человек так уже низко пал, так уже далеко он залез. Смерть, ад, грехи, не выбраться. Дьявол торжествовал победу, но последнее слово за Богом. Господь забрал ключи ада и смерти, лишил дьявола власти и властно подверг все силы тьмы позору. Христос воскрес, воистину воскрес. Мир почитает Иисуса Христа как Господа и Бога и ведет это исчисление от Его Рождества. Он единственный, кто был в преисподней вместо нас, воскрес из мертвых и в новом нетленном теле взошел на небеса. Христос воссел на престоле с Богом Отцом. Ему дано имя выше всякого имени. Смотрите каналы Солтаненко, будете знать правду. Благословляем вас.